75 лет назад закончилась самая страшная война в современной истории человечества. Страшная она была и по накалу событий ее наполнявших, и по количеству людей в ней погибших. Мы хотим рассказать об одном человеке, который внес свой вклад в общее дело победы над врагом. Владимир Васильевич Карпов родился 28 июля 1922 года в городе Оренбург. Семья Карпов была обычной рабочей семьей. Володя, как и многие его сверстники, учился в школе. В начале 30-х годов Карповы приехали жить в Ташкент. На новом месте жительства в судьбе Владимира наступили перемены. И связаны они были с увлечением мальчика боксом и литературой. Бокс, вот, кстати, это не только кулаки. Бокс – это быстрота мышления. На ринге, вот в этой схватке, человек приучается быстро мыслить в экстремальных обстоятельствах. И это очень помогало. Вот рукопашные, там заскочили, там лоб-лоб с офицером. Я на секунду раньше зажал курок, свалил его, ну и так далее. Окончив школу в 1939 году, Володя Карпов поступает в Ташкентское пехотное училище. В начале 1941 года учеба подходит к завершению. Но 4 февраля курсант Карпов был арестован по доносу сослуживца. Для отбывания наказания он был отправлен в лагерь, где и находился до 1942 года. По воспоминаниям Владимира Васильевича, физическая закалка, полученная на ринге, спасла его от болезни и увечий на лес повали. Находясь в местах лишения свободы, Владимир Карпов не оставлял надежды на скорое освобождение. Неоднократно он писал письма в высшие инстанции с просьбой отправить его на фронт. И вот в октябре 1942 года его зачисляют в состав штрафной роты. Хладнокровие, быстрая реакция, умение ориентироваться не раз спасали ему жизнь. За мужество и отвагу, проявленную в боях, судимость Карпова была снята. Он был переведен во взвод пешей разведки. Казалось бы, полная нестыковка. Вчера штрафник, сегодня уже разведчик. Дело в том, что на фронте сложилось неписанное правило. Если боец имел серьезные навыки борьбы, бокса, то его перенаправляли для дальнейшей службы в разведывательное подразделение. И уже здесь наш герой в полной мере раскрыл свой потенциал спортсмена и воина. Через несколько месяцев за грамотные и умелые действия в борьбе с врагом Владимир Васильевич был назначен командиром взвода пешей разведки с присвоением звания лейтенант. Надо отметить, что он лично захватил в плен 79 солдат и офицеров противника. Родина по достоинству его оценила боевые заслуги. Он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, удостоен звания Героя Советского Союза. Наверное, интересное, связанное с войной, это Красная площадь, Парад Победы. Вот, и я был на Параде Победы не в колонне 3-го Белорусского фронта, которым командовал Черняховский. Мне была оказана честь, меня назначили знаменосцем высшей разведной школы. Где я тогда учился, был слушателем этой академии, и я пронес знамя нашей школы. Ну, навсегда это запомнилось. Время. Время летит неумолимо вперед, превращая в историю нашу жизнь и события, которые нас окружали. 18 января 2010 года закончил свой жизненный путь герой Советского Союза, разведчик, спортсмен, писатель Карпов Владимир Васильевич. Ушел из жизни большой человек, но его любовь к родине, стойкость и мужество остались с нами в его книгах и мемуарах. Сегодня, равняясь на таких людей, уже наш черед добывать и приумножать славу нашей страны, великой России.